Пищуха. Птица отряда воробьинообразных. Длина тела 13-15 сантиметров. Характерные особенности. Клюв относительно длинный, тонкий, изогнутый, коричневые надкрылья и белые подкрылья. Пищухи распространены во всем мире. Обитают в лесах и садах, ведут древесный образ жизни. Эта птица лазает по стволам деревьев снизу вверх по спирали. Гнездятся пищухи главным образом в дуплах. Зимой пищухи питаются семенами растений, а летом – насекомыми, жуками-долгоносиками, щелкунами, листогрызами, принося тем самым ощутимую пользу садам.